В рамках федерального проекта было выделено 29 миллионов рублей на полную реконструкцию школы в селе Булунтерек. По ремонтным срокам школьники села с 1 сентября смогут вернуться в родные стены уже обновленной школы. Помимо реконструкции будет полностью обновлена вся учебная мебель. Сейчас у нас работают 4 бригады малярные по малярным работам. И в количестве 16 человек работают. Срок до 30 июня должен закончиться эта малярная работа. Завтра ждем материалы по спортивному залу. И остается у нас столовая. Мы очень рады, что у нас будет красивая новая школа и с новой мебелью. Мы очень рады Министерству образования, что нам дали возможность учиться нашим детям в красивой такой обстановке. Помимо наемных рабочих, к внутренним работам подключились и родители. Они признаются, что тоже хотят участвовать в улучшении собственного селения и максимально ускорить процесс облагораживания школы. В нашем бригаде работает 5 из поселка, чтобы наши дети учились в такой прекрасной, светлой школе. И поэтому мы радуемся и помогаем в школе. Мой сын уже радуется, что он говорит, осенью в такой красивой школе будем учиться. Учебный год дети оканчивали в соседних районных школах. В новом учебном году они снова смогут приступить к учебе в своей родной школе с улучшенными условиями. Арлана Байду, Буяна Юн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.